Составление натюрморта – акт творческий. В нем проявляются вкусы и склонности художника, его композиционная культура. Натюрморт не может быть составлен из случайно набранных предметов. Предметы должны быть тематически объединены и родственны по своему практическому назначению. Например, русский живописец Владимир Федорович Стажаров еще в студенческие годы определился с тематикой произведений – простой быт обитателей северных деревень. Все его натюрморты, например, квас-натюрморт, хлеб-соль-братина, натюрморт с хлебом и многие другие привержены единственной теме. Они рассказывают о простой жизни исконно русских жителей деревень. Все предметы постановок несут в себе общую смысловую нагрузку. Все они принадлежат одному времени, быту, являются неотъемлемой частью жизни определенного общества и их хозяев. Все предметы натюрмортов неразделимы в общей постановке. Они несут в себе чувство спокойствия, непринужденности, обыденности. Цвета в натюрморте не могут существовать сами по себе в отдельности. Они должны быть подчинены единому тону и цвету. Цвет каждого предмета и на свету, и в тени, хотя и имеет свой оттенок, но в то же время родствен целым. В работе необходимо добиваться именно этого родства всех красок. Синий, зеленый, желтый цвета предметов – все должно иметь между собой что-то общее. Только в этом случае натюрморт показывает красоту окружающих предметов и их цветовую драгоценность. Живопись Стажарова – глубоко национальное явление. Его гармоничные и цельные полотна пронизаны искренним восхищением красотой родной земли, отмечены огромным интересом и уважением к прошлому и настоящему страны. Художник был замечательным колористом. Плотные, густые мазки, глубокие, звучные, красочные оттенки придают его картинам монументальность и значимость. Несмотря на свою поэтичность, натюрморты и пейзажи мастера не лишены материальности. Выполненные с большим мастерством произведения Стажарова полны внутренней энергии и силы, и потому они и сейчас продолжают интересовать зрителя. Работы мастера украшают многие крупнейшие музеи в нашей стране и за рубежом.